Так, значит, Шпигель боится купаться, а его уже надо покупать. Значит, алгоритм действий. Я ему даю сейчас кошачью мяту сначала, а потом я ему даю CBD. CBD это выжимка. Короче, это то, что это как бы хорошее без эйфорического эффекта, то, что есть там, в марихуане, скажем так. Вот, сначала идет вход кошачья мята. Это его расслабит чуть-чуть. Кстати, я купил в Rite Aid, она лучше, чем ShopRite. Она более пахучая, более концентрированная такая. В ShopRite какая-то слабенькая была. То есть пусть он покушает, а потом мы разберемся. Мы назовем это видео «Как успокоить кота перед купанием». Вот он получает удовольствие от кошачьей мяты. Она вообще полезная для пищеварения, для эмоционального здоровья. В отличие, это не так, как валериана. Это можно давать часто. Вот, валерианка имеет много побочных эффектов для котов. Кошачья мята нет. Другое дело, что она не всем котам нравится.